Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео для любителей криптовалюты, всяких там альткоинов по крану Silencoin. У меня есть видео на канале. Я записывала в самом начале, когда я здесь регистрировалась. И регистрация простая, просто вводим email адрес. Вам на почту придет письмо с паролем. Вот. Ну и потом дальше по инструкции я же зайду. Вот. Пароль желательно запомнить. И что я хочу сказать? Кран платит. Я вчера вывела с крана криптомонеты. Значит, давайте по порядочку. Вот так вот кран выглядит. Значит, здесь играть сюда не надо. Так, настройки нажимаем. И сюда прописываем. После того, как вам вы зайдете, если по желанию, можете поменять пароль. Вот сюда прописываем свой адрес Silencoin. Пароль, который вы при входе заходили, разгадываем капчу и задать кошелек, чтобы сохранились данные. Я брала номер кошелька с биржи Криптопия. Так, далее что? Так. Партнерская программа. Здесь будет находиться ваша партнерская ссылочка. Так. Далее что еще? Ну и здесь вот баланс для вывода. Баланс для рекламы у меня нет. Сыграно игр. Это значит клеймов 192, я так понимаю. И общее количество у меня 0.59 на данный момент вот этих монет собрано. Кошелек здесь прописан. И также ссылочка для приглашения. Далее нажимаю «Играть». Собираем криптомонетки. Так, на данный момент у меня на балансе 0.2018 от Silencoin'ов. Вот этих монеток. Так, вывод отсюда происходит автоматически при достижении на балансе суммы от 0.1 Silencoin'а вот этой монетки. Набирается одна монетка 0.1 и автоматически выводится. У меня же вчера вывелось 0.5 монет. Вот, потому что он мне дал в конце столько монет. Значит, велосипеды. Давайте я соберу. Сбор происходит один раз в час. Почасовик. Нажимаем «Собрать». И вот здесь показано. Так, вот это мой баланс. А вот это сколько мне дали монет. Мне дали на данный момент 37 467 Silencoin'ов монеток. Так, давайте перейдем теперь на Криптопию. Биржа Криптопия. Смотрите, от Silencoin, вот мои монетки. Вот мне вчера пришло 0.59 монет. Так. Это в BTC 1595 сатошиков. Адрес брать вот сюда вобьете Silencoin. Нажмете Enter. И вам выпадет вот монетка, да? Вот эта криптомонета. И вот здесь на зелененькую нажимаете депозит. И у вас генерируется адрес. Адрес этот можно скопировать и вставить в кран. Как сделала я. Далее что? Так, история. Так, депозит history. Вот депозит history. Сейчас я вам покажу еще то, что мне вчера пришло. Вот, самое первое. 27.08. Я уже ближе к ночи выводила. Транзакция.
И вот мои монетки. 0. Вот sell coin. Вот это вот она. 0.59. Кран платит. Все замечательно. Ну что, в принципе, я все такое рассказала. Кому интересно, пользуйтесь. Мне так нравятся всякого рода криптомонеты. Потому что я здесь собираю не только Сэлкоин. Я очень много у меня всевозможных. Я и Комодо собираю, Пинкоин. Ну, подкоин это так себе. Вот Пура, вот Селен. И еще вот эта монетка. Ну, там еще у меня на вывод есть одна монета. Вот. Так как я потом это все обменю на биткоин Сатоши. Ну и, в принципе, потом уже вывожу куда хочу. Вот. Ну, в принципе, все. Кому интересно, пользуйтесь. Заходим раз в час. Собираем криптомонету. Вот здесь отчет времени. Вот. Ну и язык русский, английский. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.